Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о самых лучших кооперативных шутерах, которые доступны на ПК. Если вы и ваши друзья любите сражаться плечом к плечу, то эта подборка вам обязательно пригодится. Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Игра, которая отправит тебя в Южную Америку для восстановления справедливости и борьбы со злом. Исследуй завораживающие просторы местности, находи полезные предметы и ресурсы, постепенно сражаясь с многочисленными соперниками, которые постоянно будут встречаться на твоем пути. Графика здесь действительно завораживающая, а также может порадовать огромное количество возможностей. Так, к примеру, по миру игры ты сможешь перемещаться на различных транспортных средствах, как по дороге, так по морю и по воздуху. Старайся находить как можно больше дружелюбных контактов, которые смогут помочь тебе одолеть то или иное испытание. Этих самых испытаний будет более чем достаточно, и с каждым разом они будут становиться сложнее и сложнее, поэтому старайся всегда усовершенствовать свои навыки и знания, чтобы побеждать соперника не только силой, но и хитростью. Имеется как одиночный, так и многопользовательский режим, где ты сможешь играть со своими друзьями, отлично проводя свободное время вместе. Risk of Rain 2 – классика многопользовательских игр, представленных миру в жанре рогалика. Вторая часть понесла за собой сразу массу дополнений и всевозможных изменений, что несказанно порадует поклонников. В игре имеется одиночный режим, который столкнет тебя с опасностями и увлекательными событиями. Также ты можешь окунуться в атмосферу вместе со своими друзьями, собрав команду до 4 человек. Орды монстров не дремлют, и ты должен сделать все возможное, дабы их уничтожить. Мир игры имеет особенность генерироваться случайным образом, что сделает процесс интересным, оригинальным и в то же время более сложным. Исследуй планету на наличие полезных предметов, ценных ресурсов и мощного оружия. Ты должен разгадать все тайны, чтобы пробраться к поставленной цели и выбраться из этого злополучного места. Видов противников масса, и у каждого есть своя схема взаимодействия, поэтому тебе предстоит каждому из них находить особый подход. По мере прохождения ты будешь увеличивать мощность своего главного героя, так как сложность игры с каждым разом будет увеличиваться. Не забывай собрать лучший боевой арсенал, дабы эффективнее справляться с задачами. Gunfire Reborn – приключенческая игра с элементами жанра RPG, где ты отправишься в фантастически непредсказуемый мир, чтобы справиться с непростой миссией. Исполни роль отважного и бесстрашного героя, обладающего уникальными способностями, которыми необходимо научиться правильно управлять, чтобы истребить всех оппонентов. По мере прохождения стоит уделить внимание развитию своих навыков, чтобы в дальнейшем суметь положить конец более сильным противникам. Многоуровневый мир подготовил массу сюрпризов, загадок и преград, которые ты будешь постепенно преодолевать, заполняя боевой арсенал мощным оружием. Что касается режимов, то здесь ты можешь отлично провести время как в одиночку, так и в компании своих друзей, подключив кооператив. Опыт игрока на каждом новом уровне будет совершенно случайным, поэтому ты сумеешь здорово разнообразить игровой процесс, заполучая роль того или иного героя. Динамика геймплея на высшем уровне, а это значит, что скучать у тебя просто не будет времени. Графика также хорошо исполнена, что позволит смело окунуться с головой в захватывающую атмосферу. Shadow Warrior 3 – третья часть популярного игрового проекта, разработанного в жанре экшен-шутера, где все действия происходят с видом от первого лица. Сюжетная линия рассказывает нам о том, как главный герой игры по совершенной случайности освободил древнего дракона, который отправился сеять зло повсюду. Теперь им предстоит во что бы то ни стало спасти мир и вернуть дракона на его прежнее место. Но сделать это будет очень непросто. Отправляйся в далекий и опасный путь, проходи испытания, сражайся с бесконечным количеством противников и исполняй задания, чтобы увеличить свои шансы на победу. Особенностью игры является ее продуманная боевая система, которая подарит тебе возможность несколькими способами уничтожать оппонента. Пополняй боевой арсенал всем необходимым и смело отправляйся на путь сопротивления, чтобы раз и навсегда остановить зло. Графическое исполнение также порадует наличием крутых визуальных эффектов, точной проработкой и уникальной рисовкой, что позволит стать полноценной частью игры. Deep Rock Galactic – игра в стиле шутера с видом от первого лица, которая отличается своей динамикой и отличным графическим исполнением. Здесь тебе предстоит узнать, что из себя представляют могущественные и полные бесстрашие гномы, за одного из которых ты и сыграешь. Вступи в команду могучих воинов и вместе с ними отправляйся на исследование многочисленных мрачных пещер, которые переполнены опасностями и препятствиями. Ты будешь бороздить просторы огромного космоса в поисках полезных предметов и сокровищ. Но будь максимально внимательным, ведь на твоем пути будут постоянно возникать толпы коварных соперников, способных на много ради того, чтобы тебя убить. Здесь ты должен сделать все от тебя зависящее, чтобы как можно быстрее добраться к поставленной цели. Играть ты можешь как в одиночестве, так и в команде, которая может включить в себя до 4 игроков. Это позволит тебе отлично провести свободное время, играя вместе со своими товарищами. Более того, мир, куда ты попадаешь, имеет способность генерироваться случайным образом, поэтому действуй.
Remnant 2 – сиквел знакомого многим приключенческого ролевого экшена, где нам предстоит спасти мир от полного уничтожения. Твоим главным противником станут жуткие монстры, а это значит, что к битве к ним нужно как следует подготовиться. Собери мощный оружейный арсенал, атрибуты защиты и все необходимые ресурсы для эффективного ведения боя. В игре важно постоянно развивать навыки и боевые характеристики, которые позволят истреблять более сильных оппонентов и их боссов. Порадует наличие незаурядной сюжетной линии, которая позволит нам пройти по истории, раскрыть массу мрачных тайн и узнать, откуда возникло зло. Арсенал вооружений довольно обширный, поэтому у тебя всегда будет из чего выбрать. Каждое сражение, в котором ты будешь принимать участие, будет максимально эпичным и динамичным, поэтому скучать точно времени не останется. Графика исполнена в уникальном стиле и позволит каждому с головой окунуться в этот мрачный, пугающий и непредсказуемый мир. Borderlands 3 – игра в жанре шутера с видом от первого лица, где ты окажешься в опасном и даже немного безумном мире. Главное – сохранить свою жизнь, ведя борьбу с бесстрашными соперниками и преодолевая все опасности на своем пути. Отправляйся на исследование окружающего тебя мира, чтобы отыскать полезные предметы, ценные ресурсы, а также пополнить боевой арсенал мощным оружием. Не забывай особое внимание уделять развитию своих навыков и способностей. Это уже третья часть серии, которая вновь готова порадовать своих поклонников безумными сражениями, динамичным игровым процессом и отлично продуманной графикой. Атмосфера в игре захватывающая, и ее здорово дополнит музыкальное сопровождение. Изменения коснулись как визуальной составляющей, так и процесса в целом. Отныне ты можешь стать частью реалистичного мира и собрать в свой арсенал еще больше мощного оружия и атрибутов. Кастомизация главного героя также наполнена дополнительными возможностями и функциями, что позволит тебе самостоятельно создавать непобедимого воина. Отлично проведи время в компании друзей, так как игра успешно включает в себя и кооперативный режим. Marauders – кооперативный шутер, разрабатываемый гейм-дизайнерами из Small Impact Games под контролем издателя Time17, подарившего миру такие хитовые серии, как Worms и Alien Breed. Создатель обещает предложить фанатам необычную смесь жанров. Тактический шутер от первого лица будет сочетаться с ожесточенными космическими баталиями на межгалактических челноках, аналогично симуляторам. Действие игры развернется в альтернативной истории 90-х годов 20-го столетия. Первая мировая война только подошла к окончанию, а Земля была подвергнута основательной перестройке и превращена в грандиозный индустриальный мегаполис, жители которого преследуют исключительно корыстные финансовые мотивы. Геймеру в рамках шутера придется взять под контроль отряд мародеров и отправиться грабить космические караваны в межгалактическом пространстве, после чего пытаться любой ценой отстоять похищенные ценные ресурсы. Разработчики внедрили в геймплей инструменты для кастомизации вооружения, функционал для прокачки опыта и конструирования межзвездных шаттлов на ваше усмотрение. Outriders – игровой проект, разработанный в жанре экшена, где нам предстоит с головой окунуться в научно-фантастический мир и постараться успешно завершить сложную миссию. Исполни роль колониста, который вместе со своей командой отправился покорять новую планету с целью дальнейшего обустройства нового дома для человечества. Сюжетная линия отправляет нас в далекое будущее, когда наша планета была подвержена тотальному уничтожению в ходе нескончаемых катаклизмов. Человечество оказалось на грани вымирания, а тем, кому все же удалось выжить, теперь необходимо в срочном порядке отыскать новое пристанище. Правительство создало все условия для строительство космического корабля, на котором наша отважная команда и отправится в заданное место назначения. К сожалению, миссия была провалена, так как планету уже успели захватить сторонники вражеской силы, а местные условия существования не привели бы ни к чему хорошему. Теперь колонистам предстоит выживать в жестких условиях, добывать ценные ресурсы для жизни, сражаться с инопланетными созданиями и проходить довольно сложные испытания. The Skyl – многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, в котором вы будете выступать в роли исследователя и путешествовать по огромной галактике. В игровом процессе все территории контролируются огромными фракциями, но еще остались места, в которых вы можете добывать ценные ресурсы и становиться лучше других пользователей. В игре предоставляется возможность модернизирования оружия, а также исследования огромных миров и красочных локаций. На планетах вы повстречаетесь с множеством других врагов и монстров, с которыми необходимо сражаться. Игроки смогут использовать крутое огнестрельное и холодное оружие, чтобы противостоять им. Бегая по локациям, вам понадобится добывать ресурсы. Если вы нашли какие-нибудь залежи полезных ископаемых, то сможете установить специальный механизм, который будет добывать вам предметы. Иногда на очень редкие металлы будут охотиться враги, с которыми придется сразиться, чтобы не отдать им найденное. Воюйте против монстров и инопланетных чудищ, используя снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, дробовики и их альтернативные виды стрельбы. Если вы долго находитесь на планете, то постепенно вас захватит шторм, убивающий за определенное количество времени. Участвуйте в исследованиях вместе с другими участниками со всего мира и выполняйте задания сообща.
Вот и подошло к концу мое видео о лучших кооперативных шутерах на ПК. Думаю, нам удалось рассмотреть 10 невероятно захватывающих игр, которые позволят вам провести время с друзьями и насладиться отличным совместным геймплеем. И каждая из этих игр принесет вам незабываемые моменты и огромную порцию веселья. Так что выбирайте своего персонажа, собирайте команду и отправляйтесь сражаться в эти захватывающие миры. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео о самых лучших играх. До новых встреч и всего хорошего!